Ну и уже поздно вечером Владимир Путин пообщался с победителями, организаторами международного ралли-марафона «Шелковый путь». Первое и второе места в заездах грузовиков в этом году заняла команда «КамАЗ-Мастер» из Набережных Челнов. Лучшими стали экипажи Айрата Мардеева и Дмитрия Сотникова. Они выступают на отечественных автомобилях. И, по словам гонщиков, столь высоких результатов удается добиваться в том числе благодаря техническим возможностям КамАЗов. Президенту рассказали и об отличительных особенностях нынешнего ралли. Шелковый путь получился даже сложнее, чем Париж-Дакар, да? Видел там и такие достаточно сложные картинки, которые складывались на трассах. Но я вас искренне от души поздравляю и хочу вам пожелать новых успехов. Расскажите, как соревнования проходили? Как вы трассу оцениваете? Для нас особое значение имеет, что мы смогли впервые гонку сделать по такому большому маршруту. Два континента, три страны. Вначале это была Россия, наши лесосыпные просторы, потом степи Казахстана, дюны Китая. То есть такого разнообразия, которого, ну, как вы сказали, нет на Дакаре. Как вам прилет понравилось? Как техника была, расскажите. Техника показалась очень хорошо. Мы практически не имели никаких технических проблем. Вот что, в принципе, и сказалось на результате, у нас получилось занять первые две позиции. Техника очень хорошо себя показала.